Ярославские таксисты не торопятся получать разрешение на перевозку пассажиров. На сегодняшний день их выдано лишь 33 штуки на 33 машины. Это капля в море. По разным подсчетам, частным извозом в регионе промышляют от 10 до 20 тысяч человек. В областном департаменте дорожного хозяйства и транспорта прогнозируют наплыв желающих работать по закону в конце ноября. В начале декабря, с 1 января, когда вступят в силу закон о такси, бомбил начнут штрафовать.